Пацаны рассказывали то, что они своих раненых добивали. Так, это что значит добивали? Ну, так лежит раненый боец, командир батальона, его хоп, с пистолета, и все. Был молодой пацан раненый, на земле лежал, кто-то его ходить может, тут нет, помогите. Кто-то его с пистолета застрелил, и все. Так не один еще, самое важное. То, что их там было. Да, подполковник ходил, то, что. Людей четверых, да, пятерых. Просто убил. То есть можно было пацанов. Людей спасти, вывести как-то, оказать помощь. Он просто взял их и застрелил. Я живой, все в порядке. Я в плену, мам, в Одессе. У меня грозит тюрьма. Да, мне грозит тюрьма. Мы тут, мама, мы тут, короче, блядь, пиздец. Мы, блядь, тут не как миротворцы, как нам говорили. Мы тут, блядь, оккупанты, людей убивали мирных. Мама, такой кошмар, просто кошмар. Нас много, ну, человек 20, наверное, точно, 15. С твоей части. С моей части только. Мы все, что остались живы, больше нет. Блять, мы фашисты тут. Ну, просто тут фашисты. Мы тут людям такого наделали, это просто кошмар. Нас же дезинформировали, нам же, блядь, все неправду говорили. Говорили, что тут фашисты, блядь, и так далее. Мамы по мирным стреляли.